придание боровлянам статуса города. Надо посоветоваться с людьми, потому что статус города влечет за собой некоторые изменения, пусть немного, но тем не менее. Люди пользуются преференциями сельской местности в Боровлянах, поэтому, ну и как бы в случае придания статуса города эти преференции будут утрачены, а это затрагивает, ну, немаленькое количество людей. Поэтому, на мой взгляд, и опять же я доложил об этом главе государства, нам надо более широко посмотреть на проблемы Минского района, в том числе и по взаимодействию с городом Минском. Где-то посмотреть, уточнить границы и Минского района, и города Минска, для того, чтобы выработать оптимальное решение административно-территориального устройства, конечно, не в ущерб людям.